анекдот. Мужик подал жалобу на соседку, которая якобы его провоцирует. Ну вот, ходит раздетая по квартире и так далее. И он подал заявление в суд, требуя возместить ему физический ущерб. Ну вот там получил какие-то повреждения, не знаю. Женщина говорит, да, вообще у меня это так, ну, выходит в открытое место, там ни домов, ничего нету. Как я могу его там провоцировать и быть виновной в его травме? Ну, судья решила провести эксперимент. Приходят к этому мужику домой. Ну, покажите, как вы получили травму, из-за чего все это. Вот это вы смотрите. Судья посмотрел в окно. Да нет, говорит, ничего тут не видно. А вы залезьте на шкаф и высуньте голову в окно. Все, можно смеяться. Сколько стоит? Заправились 57, а тут не вижу против солнца. 50-39. Что-то непонятно. Чем ближе к Владивостоку, тем цены начинают падать. Приближаемся
гоняет. На хвосте висит. Форд, по-моему. Нет, Тойота. Расход 5,4 получается на 100 километров. Проехал 73. Автомобили никелированные, блестящие такие ручки, разные декоративные рамки, украшения, ну, красивая эта отделка, симпатичная, здорово мешает в том плане, что солнце отражается и слепит, ослепляет, действует на нервы. Счет произошел.
экспозиция не очень комфортная. Солнце в объектив. Но это издержки утреннего старта. Солнце может быть в объектив и на закате. Thank you.
ощущение, что дорогу делают разные люди. Вот он полетел, Яндекс.Такси. Интересно, из Москвы, наверное. Показывает 100% мощность приема сигнала. Формат Е. В формате Е. Не 3G, не 4G. Самый низкий, по-моему, H.
колесами автомобилей.
немножко с левой стороны. Ее с дороги не видно. За деревьями.
прицеле за бортом, 17 градусов. Поехали от Ерофея-Павловича, 119, 115 километров. Ну, Ерофея-Павлович, я надеюсь, вы знаете, это Хабаров, его честь назван город Хабаровск. Поселок городского типа или станция Ерофей Павлович. Да, все в интернете. Нифига не показывает. Связи нет.
мусор, правда, никто не убирает. Мусорные баки полные.